себя оцениваем по тому, как и с какими результатами мы подходим к новой выставке и составляем планы, как мы должны прийти к выставке в следующий раз. Для нас это некий Рубикон, по которому мы вообще оцениваем успешность нашей компании. Сейчас мы привезли на эту выставку системы новые, которые мы только презентуем, и мы только собираем, скажем так, реакцию и пожелания конструкторских бюро и производителей, что позволит нам уже, я надеюсь, к следующей выставке прийти с готовым, апробированным решением, которое будет уже установлено и использовано на многих проектах. Идея локализации нашей компании и, как это модно сейчас говорить, импортозамещения, она в нашей компании не прижилась в целом, потому что нам не понравилась идея делать что-то, что уже кто-то делает. Поэтому мы считаем, что нужно унифицировать производство, что нужно делать системы сложные, которые могут решать много задач минимумом оборудования. Мы сфокусировали свое внимание на системах кренования, системах дифферента, осадки. Это позволяет нам предлагать на рынке решения по компенсации крена, то есть комфорта экипажа, стабилизации судна для проведения каких-то грузовых операций на море и в порту. И спрос на эти решения комплексные есть, и мы его видим.